я всегда в такой ездить буду. Угу. Ой, а тут что-то повредил мне. Фу. Беги, беги, а, слушай, беги, она сейчас взорвется. Да нет, нормально. Да я записываю сразу. А вот тут в коричневом бегает, ворошиловский стрелок. Прочтёшь, который шмалял. Ты... Кепки с ПНВ. Мейнстрим, что ли? А это мы... Да бесполезно. Да-да, это мы сегодня делаем... Бесполезно на неё стрелять, она обогованная. Хотя на 900 слотов не будет. А вон те Феррари, да, никак. И нефть, и золото... Феррари это нормально. Эту машинку надо убирать, Феррари. Конечно, все понимаю, но я тебе заколебался, как бы запускать с собой. Ты, может, ее заберешь уже, а? Я не знаю, где ты есть, хотел ехать тебе, ты пропал там. Да, я же тебе махал. Батяр, Батяр, иди сюда, я карту, блин, выкладывал на тебя. Ай, моя душа. А ты чуть-чуть не сказал мне? Я вижу, кто там бегает, я же не могу смотреть через игры. Я же записываю видео. Ну, извини, ты видишь. Ты видел, как я выгляжу, ты знаешь, как я выгляжу. Я потом понял уже. Поздно было, а у меня это села батарейка. Дело, что у вас случилось? Это ветеран второй. Короче, пока. Проехали.